Дорогие друзья, сегодня вот такой у нас экземпляр, столбик, инвокарт. Сохран отличный, всю жизнь, так сказать, простоял, ну, в прямом смысле слова, в квартире. В общем, ни разу так и мы не воспользовались. Но штука очень практичная, очень хорошая в качестве вертикализатора, да и в принципе как коляска, ею прекрасно можно пользоваться. Конечно, не в турборежиме, хозяин коляски, человек, который никуда не спешит, у которого есть возможность вертикализироваться. Он об этом знает, он на это готов, он это хочет. Вот это вот, в принципе, тот вариант, который очень хорошо может облегчить как и самочувствие, так и, ну, в принципе, по практичности. Можно везде достать, везде все сделать, ну и заодно постоять. В общем, вот такая электричка. Она неплоха как и для передвижения по квартире, например, так и использовать его как вертикализатор. Интересная штука. Вот. Может быть, она среди нашей аудитории найдет своего хозяина и будет приносить пользу. Вот это вот. Все регулируется с помощью инструмента, и она прям будет западлицо к полу. Я видел, ну, пользователя таким штормом, Ефим Григорьевич, вам привет. Вот он использует его для того, чтобы постоянно вставать. Уже много-много лет, неприлично много лет, конечно, он уже несколько раз выходил из строя, но тем не менее он до сих пор работает. В общем, подписывайтесь, друзья. Вот такой вот интересный вариант.